В будущем году пройдут выборы в Государственную Думу России и Госсовет Чувашии. На заседании Центральной избирательной комиссии республики рассмотрели вопрос формирования новых 28 территориальных избирательных органов и назначения председателей. Повод – истечение срока полномочий. Именно от территориальных избирательных комиссий зависит, как пройдут выборы и как будут подготовлены участковые комиссии. Современные технологии во многом меняют законодательные процедуры, новые задачи требуют новых исполнителей. При этом никто не отменяет преемственность. На сегодняшний день на 272 вакантных места поступило 372 кандидатуры. Кандидатуры выдвинуты 16 политическими партиями, различными общественными организациями. Выдвигали кандидатуры собрания депутатов различного уровня, а также собрания избирателей по месту работы, учебы или даже по месту жительства. Мы при формировании комиссии во главу угла ставим следующие принципы. Во-первых, хотим обеспечить их профессионализм, чтобы люди имели опыт, с одной стороны, но с другой стороны, необходимо и обновление. Кроме этого, мы очень внимательно следим, чтобы в новые составы комиссии не попали те люди, которым в течение 5 лет были какие-то там серьезные нарекания к их работе. То есть комиссии должны обновляться, они должны быть профессиональными, должна обеспечиваться преемственность, в то же время в комиссиях появится и молодежь. То есть тем самым мы стараемся сформировать новую систему территориальных комиссий, которая будет способна решать очень важные политические задачи.